Всем здорово, с вами Старпер, на связи Юра Головоножка. Я играю в Сиджо в лесу, а Юра играет Арианой на миде. Если мне не изменяет память, последний раз он играл Арианой на миде. Ну так в году, наверное, 2014, наверное. Я прав? Время освежить память. Вот, так что покажем олдскул. Cool. Так, главное кинуть на тебя шарик и нажать ульт. Ну да. Что там? И посмотреть, как физ выпрыгивает Яшка из этого всего. Да. И погрустить. Ладно. Еще раз напомни мне, что там качать новый CG. Первый стан глыбу. Так, это Яшка, да? Наверное. А потом широкий замах. Все, понял. Я так делаю обычно. Ну, кто-то качает это неистовое наступление или каратическое наступление, чтобы, короче, откатывался быстрее. Дэш этот. Ну, посмотрим. Ладно. Я уже начал с Ешки. А, ну да, все. Это же здесь типа урона 3,5 миллиарда от Ешки. Больше, чем у Смайта, я вспомнил. Плохо то, что по одной и той же цели там какой-то кулдаун, короче, на использование этой Ешки. То есть ты считаешь это плохо? Ну да, мне кажется, что да. Так, Казикс может прийти ко мне. В общем, будь готов. Это. А ты не заметил случайно? Рэд пулил? Нет, не заметил. Бот пулил Ред? Не заметил. Да, у тебя Казикс. Идешь? Ну я вижу, что ты прожал флэш, да. Ну что, попробуем развести, может, как-нибудь. Ну, если он прыгнет, то тогда можешь выезжать. Давай. Не, он не хочет прыгать, он хочет фармить. Видишь? Хочет, у меня просто надо, короче, да. Ну, блядь, иду. Кого? По ком играем? Дорога, иду. Ну, не очень, не очень. Физ взял ФБ. В принципе, нормально, я бы согласен был на такой размен, если бы ты ФБ взял у него. Но так, видишь, так себе получилось, увы. Ну, лучше, чем ничего. Ну, такое, да. Тем более, а, блин. А, ну у вас обоих дабл баф. Лол. Да, ему не давай, короче, это. Как-нибудь харась, когда он подходит к репесам. Так. Типа того, да. Не давай ему реализовывать дабл баф, суп. Так, на боте сейчас наш килл возьмут, по-моему. Да, хорошо. Даблу нет? Не, даблу вряд ли получится. Почему они продолжают умирать? Кто? А,
Это реальный кетчфрейс. Знаешь, что классно? Эй, он умрет, можешь не догонять всего даже. Спасибо за ускорение. Так, какова вероятность того, что Казикс увидит твою сладкую жопку лохопашную и захочет прийти тебя покарать? 10 вероятность. 10. Давай сыграем, давай, 10, давай, да. У тебя есть ульта, давай сыграем, понял. Давай, давай, давай. Блять, он что-то почувствовал, сука. Обидно. У меня добавил баф, от физа опять откатился. Нормально. Блин, и варда там у него не было. То чувство, когда... Когда что? Когда ты шестой, а физ пятый. Да, это хорошее чувство, базара ноль. Кто мигает? Я не понял. Лулу мигает. Показываю тебе, что Казикс жив, и ты в потенциальной опасности. Я просто не понимаю, что происходит. Вроде никого нет тут. Ну что, давай. Успеешь прокинуть на меня, если я сделаю флеш? Блять, ну ты что-то делаешь как-то не очень, не очень-то. Короче, давай. Забираем башню. Я попробую тебе отдать ФБ. Найс. Отлично. Угу. Что с синим? Тебе? Ну, было бы круто, да. Было бы круто, да, блядь. Стоит со второй минуты, блядь, с даблбафом. Это вообще такая реальная. Бля. Монета. Физ вышел к нам. Вот же, сука. Физ вышел к нам. Я понимаю. А что делать-то, блядь? Ну вышел, мы уже тут пиздец. Видишь, где стоим? Ну, в смысле, очень глубоко мы закоммитились в бой. Очень. Не надо было это делать, базара ноль. Но мы уже были там. Мы уже... Три скилла физу. Сколько? Три? Найс, найс. Вернули пацана в игру. А нет, два. Один был у него. Один он тебя забрал. Значит... Ну, зря Джервану, точнее как, надо было Джервану продавать мне все и не помогать ему. Блядь, Казикс 0.1.4 очень плохо, очень плохо. А теперь еще отдай тебе, блядь, синий баф. Ну, я уже не буду, да. Блядь, дайте мне апнуть, блядь, ёбаный шестой уровень, я заебала. Драться без шестого уровня, блядь. Честное слово, блядь, конченый. Бегу. Ульти. Нет ульты. Чаще. Так, надо войну замьютить, чтобы она меня не дезморалила, блин. Вот, наконец-то я взял шестой левел. Десятая минута, блядь, пиздец. Я восьмой уже. Мои, блядь, поздравления. Я умер. Да, скорее всего.
Нет, не умер. Нет. Он прожал игнайт. Он без игнайта. Я понял, он прыгает, просто нет смысла не ультить. Согласен. А Казикс может прийти? Может, поэтому я тебе советую бэкнуться, а я вернусь к фарму. Согласен. Интересно, есть ли смысл собирать на Сёджу Тиамат? Он же милишник, правильно? Правильно. Тебе есть смысл собрать что-нибудь на МРЕС? Все-таки 3-2 хит. Да я понимаю, я буду собирать адаптивный шлем во второй слот после лесного ипа. Ну да, он покрывает с автоатакой это ядом своим. А, у него же товара тут нет, лол. Блять, вот. Можешь подойти ко мне сюда? У меня нет маны. Ну как, я давай, ладно, я сейчас подойду, я отрегенюсь с этих. С фласа, культа у меня есть, нету флеша, правда. Но я далеко просто, поэтому если ты собираешься уже врываться, то ты будешь это делать только с Лулу. Без меня. Ну такое нет. Себе. Флэш. Да, я видел. Но, по-моему, это все равно не очень удачный размен. Давайте. Ну ладно. Будем считать, что он еще размен. Мало того, что Фис идет, здесь еще и Казикс. Я бы не советовал выебываться особо. Ну нормально, ты чё? Да, нормально. Так, боты возьму. Мы будем делать там дракон? Ну я бы хотел, но для этого нам нужно собраться как-то. Можно сделать, да. Я уже почти подошел. Я вижу. У тебя есть смайт? Да. У меня кроме смайта еще есть и этот. Можно запушить, короче, этот. Нормально. Стакай. Я стакаю. Блять. Война фармит. Ладно, я даже ничего писать не буду, мне поебать. Тупая война. Классическая, я бы сказал. Ну, в принципе, я доволен размером. Сколько? 3 кила, я полтора, 2 ассиста, и вы еще вышку заберете. Так что тут грех жаловаться. Да, могло быть лучше, но получилось неплохо все равно. Ты мог не умирать, да. Контроль попал. Блядский трэш, конечно. С контролем это просто жесть. У меня был флеш, я мог выфлешнуться за стенку, но я просто не успел выйти с контроля за это время. Ну, не сдохло. Он отдал, у него ничего нет. У него ничего нет. О, блядь. Ускоришь? Ускорили уже. Че, ловим его? Не выпустим, да? Да. Окей. Сзади этот, Казикс. Так, все, найс. Блядь, он вышел, это пиздец. Вейн, блядь, даун. Вот, если честно, у меня такое впечатление. Такой, знаешь? А мана нет, пойдем бабу поможешь сделать. Бля. А то Джерван просто хватит. Идет. Ну у меня ничего. Я не смогу ничего дать. Сможешь, у тебя есть ульт, на ульт накопи.
Ну, блядь, хули толку. Он слишком прыгает быстро. И Джарвик тоже такой, короче. Пошли, ладно, на синий. Видимо, башню придется пожертвовать. Хотя, может, мы успеем. Идут, идут они. Куда, сюда? Заведи в кусты. Да. Ну так заведи. Так, нет, башню не заберут. Смотри, там наши пытаются. Да, так, блядь, сейчас их убьют, и пиздец. Вот здесь вот Казик сейчас будет. Могу тебе щит дать. Поедешь? Я могу, но, блядь, Лулу бэкается, Вейн просто ушла. Нет, все, вот, сразу. Все, все, все. Ну и нам, блядь, забрали топ. Что печально, конечно. И, скорее всего, мы Рэд тоже забрали. Что еще печально? А нет, да. Блядь. Так, есть ульта. Рискуешь, парниш? Нет. Блять. Я не знаю, блять. Это было. Низ клик это был. Примерно где-то 37, блять, из 10. Нам тут пиздарить, блядь, скорее всего. Ну, такое, нормально. Ну, блядь, не знаю. Да, теперь норм, теперь норм. Он просто взорвался. Еще трэша сейчас заберут. Ну, это будет совсем четко. Может быть, мы сможем вышку запушить. У меня спасибочка, это же чудесная, на вышечку. У меня 200 галл перебэкался. Да, Гнарва на топе. Угу. Бэкает, сука. И... отлично. Найс. Две 350. Мне тоже надо 200 галлы. Так, а вот ребята не смогут все-таки выйти. Пойду к войну попробую задефать. Попробуйте. Дракон обойдется. Я вижу, мне нужен адаптивный шлем. Блять, у вас 3 в 5 вот, вот, ребята. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но я хочу сказать, что зря вы пошли. Дракона вы, скорее всего, отдали только что. Там забирали одну Лулу, короче, можно было, в принципе, ею пожертвовать, в общем-то, блять. Просто пиздец. Да. Что, вышку я задефую, нет? Наверное, не успею. Нет, не успею. Нет. Тут пятеро. Ладно, ладно.
Ну, устроили фит-фестиваль, выровняли по голде, пацаны. Да, да, да. Не стоило того, и Луна еще встряла, да. Просто вот на ране, блядь, экстракрафте. Просто на ране, блядь, встряла в лесу нашем. Засмотрелась на другой конец карты, походу, или что-нибудь типа того. Ну и что ты, блядь, пикаешь? Пикает у меня. Идем в синий дел. Так, все есть. Есть ульта. Ну, в общем, все есть. Нужно... Они впятером на топе. Можно, короче, тут вот что-нибудь сделать. Жерван, по-моему, только что сделал какую-то хуергу. Серьезно, блядь. Где он, блядь? Нашелся, нашелся. Я буду пушить мид. Потому что мне это хочется. Цены зачейзили. Ладно. Ходим. Давай там все, да, порезались, уже надо уходить. Ну. Так, что там у нас? Физ на фижен? Пока что только физ. Я бегу, но... Е! 5 секунд ульты. Блять. Сорян, сорян. Наверное, если бы я попал, то ты бы выжил, скорее всего. Если бы ты попал, я бы выжил. Нет, ты должен сказать, да не, меня там уже убивало пассивкой. Саша, не расстраивайся. А ты меня взял и задизморалил, короче. Раз. 40 секунд ульта. Ништяк. У меня есть ульта. Ништяк. Плохо то, что у нас... Хотя не ладно. Лол, в принципе, нормально отыгрывает. Ну, если не считать досадное недоразумение. Некоторые. Например, вот сейчас они с Джерваном могут красиво встретить оба. Ульта 15. Газ на топе. Вей на боте. Да, есть такое. Еще по-хорошему. Перестать бы нам уебываться, собраться. Ну. Но... Ой, хорошо, хорош было. Хорош, да, хорош. Ой, молодец. Вей, блядь, ну вот. Конечно, ревет она, как и белуга, и вообще токсик. Но вот сейчас она все очень круто разыграла. Базара 0, блядь. Какой нас шор, так далеко. Давайте запушим лучше бот. Нет? Ну ладно. Го, я пошел на шора. Го, 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 го. Давай мне ускорение. Я поц. Нельзя просто так взять и пойти на шора. Так, что там у нее? Трэш идет, нужно как-то зонить трэшать.
Так, это норм. Ульту слили. Чё, нормально? Нормально. 20 секунд на дракона, давай сделаем сразу его тоже. Сзади идет физ. Я сверху. Я пробовал тебя закрывать. Пойдем сделаем дракона. Я потанчу. Когда война дуэлит, не дира. Да, уже. Да, согласен с тобой. Это все. Пойдем синий сделаем. Давай. Ой! Спасибо. Сори, братан. Там реально, таких синих. Там реально больше, чем у Смайта был урон. У него оставалось 734 здоровья. Смайта, и он умер сразу. У Смайта 800 урона пока что. Ты можешь почитать, сколько она дамажит. Она дамажит от твоего максимального хп. Ну тут не написано, сколько сейчас. На пассивке читай. Четыреста против монстров. И как так? Нет, 400 плюс. Плюс что? Лол. Не простил Джерла. Чё, Гоя готов улетать, там давить, если что. Надо говорить, я согласен. А, ну милишных крипов не осталось. Окей, пошли ломать нижний гиб, чё. Блядь, ну хуй с тобой. Ну, в общем, все, закончили, ребят. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Старпёр и Юра, Головоножка. Всем счастливо. Покедова!